Ребят, всем привет, приветствую вас на канале Ава. Сегодня у нас 16 расширений для Google Chrome от Google. Подборка лучших расширений, созданная Google для своего браузера. С расширениями браузер превращается в инструмент для рисования, в офисный пакет, да и вообще во что угодно. Большинство из них создаются сторонними разработчиками, но Google прикладывает усилия для пополнения магазина расширений Chrome. В этом списке собраны лучшие расширения для браузера за авторством разработчика Google. Ну и так начнем. Первый в нашем списке – Google Mail Checker. Это расширение пользователи Gmail установили первыми. Оно проверяет вашу почту и отображает количество непрочитанных писем на панели инструментов Chrome. Search by Image – простое расширение, которое помогает быстро искать изображение в Google. Вы можете щелкнуть по любой картинке правой кнопкой мыши и найти похожее изображение. Ссылочки на все программы будут в описании. RSS Subscription Extension. Google Chrome по умолчанию не умеет отображать иконки RSS в строке адреса, хотя RSS удобный способ отслеживать новые материалы на любых сайтах. RSS Subscription Extension исправляет этот недостаток Chrome. С этим расширением вам будет достаточно сделать один клик, чтобы подписаться на ленту новостей. Ссылочка в описании. Google Tone – довольно забавная штука, которая пригодится, если у вас рядом стоит несколько компьютеров, на которых нужно открыть одну и ту же страницу. Google Tone использует микрофоны динамики, чтобы передавать URL на компьютер, находящийся в пределах слышимости. Только учтите, что на этих компьютерах тоже должно быть установлено расширение Google Tone. Вы сможете посылать сидящим рядом друзьям статьи, изображения, документы, видео YouTube и результаты поиска. Так что вам не нужно будет отсылать им ссылки через мессенджер. А им не придется вставать и смотреть, что вы хотите им показать на вашем мониторе. User Agent Switcher for Chrome. Если вам по каким-то причинам нужно, чтобы веб-сайты принимали ваш компьютер за мобильное устройство, или вы хотите выдать свой Chrome за другой браузер, используйте User Agent. Это может быть полезно, чтобы получить доступ к функциям, недоступным для вашего браузера или платформы. Например, изменить свой User Agent вы сможете выкладывать фотографии в Instagram прямо из компьютера, прямо с вашего браузера. Следующее приложение – экономия трафика. С этим расширением настольный Chrome сможет экономить трафик, сжимая данные на серверах Google, так же как это может делать мобильная версия Chrome. Это пригодится, если ваш ноутбук подсоединен к интернету через лимитное подключение. Редактор Photo Office. Расширение позволит частично обойтись без громоздкого офисного пакета от Microsoft. С его помощью можно открыть файлы Word, Excel, PowerPoint прямо в браузере с помощью Google документов. Цветной фильтр. Расширение позволит настроить цвета на странице, которую вы просматриваете. Это может быть полезным, чтобы сделать чтение удобным или просто сменить надоедливую цветовую гамму сайтов. Art и культура. Это расширение для Chrome демонстрирует снимки произведений искусства со всего мира и отображает краткие сведения о них. Галерея пополняется ежедневно. Неплохой способ ознакомиться в свободную минутку как с современным, так и с классическим искусством. Google Scholar. Расширение Google Scholar пригодится вам, если вы пишете курсовую работу или диссертацию. Оно умеет автоматически искать научные статьи во время просмотра веб-страниц. Mindful Brick. Когда вы устанете за работой, Mindful Brick поможет вам расслабиться с помощью дыхательной гимнастики. Расширение поможет подобрать для вашего дыхания правильный ритм. Вы можете настроить, когда и как часто вам выполнять упражнения. Просто разверните окно расширения на весь экран и следите за появляющимися подсказками. Вдох и выдох. Диагностика соединения Chrome. Простое расширение, тестирующее ваше интернет-соединение на предмет неполадок. Оно сообщит, если с вашим подключением или с DNS что-то не так. Google Переводчик. Расширение быстро переводит выделенные слова или предложения или веб-страницу целиком. Просто выделите непонятную фразу и щелкните по всплывающему значку. Сохранить на Google Диск. Полезное расширение для активных пользователей Google Drive. Оно сохраняет содержимое веб-страниц и скриншоты на Google Диск. Google Keep. Аналогичное расширение для Google Keep. Сохраняет картинки, тесты и ссылки в ваших заметках в Keep.
последнее в нашем списке – Google календарь. Когда нет времени, чтобы переключаться на вкладку с Google календарь, можно просматривать запланированные дела с помощью этого расширения прямо в панели инструментов Chrome. И это далеко не все расширения, созданные Google. Ссылочки под видео вы сможете посмотреть полный список и рассказать в комментариях, если там найдется что-то интересное. У меня на этом все. Всем пока-пока. До встречи.